Всем здравствуйте! Меня зовут Лариса Подлегаева, и я рада приветствовать вас у себя в гостях. Я сейчас вяжу рюкзак из полиэфирного шнура, вот такого вот тонкого, на 130 метров 90 грамм. И поэтому я искала такой узор, чтобы он был плотный и чтобы наш рюкзак держал форму. Рисунок мне очень понравился, и я решила снять небольшой мастер-класс на него. Состоит он из трех рядочков. И нужно количество петель, кратное 2. Итак, приступим. Первые два ряда мы вяжем столбики без накида, но не под полупетельки, а вот сюда, в раскол. Один ряд я уже провязала столбиков без накида, теперь вяжем второй ряд. И вот таким образом в раскол вяжем наши столбики. Итак, два столбика без накида мы уже провязали, теперь вяжем наш украшательный элемент. Это те же самые столбики без накида, но такие длинные, потому что мы будем вязать их вот сюда, на 2 рядочка ниже. Вы можете видеть, что галочки наши располагаются в шахматном порядке, поэтому вот сюда я ввожу крючок, хватаю нить, и вот здесь нужно развернуть нить, эту петельку, чтобы галочки у нас сложились ровно. Особенно если вы будете вязать из трикотажной пряжи, там обязательно нужно это сделать. Это нужно сделать только с первым столбиком. Второй столбик мы вяжем сюда же, и он уже не требует того, чтобы его разворачивали. Дальше, вот сюда опять между нашими галочками предыдущего ряда и на 2 ряда ниже наших столбиков вяжем вот таких 2 длинных столбика без накида. Надеюсь, вам этот узор также понравится, как мне, и вы будете применять его в своем вязании. И сюда же второй столбик. Надеюсь, видео будет вам полезным. Спасибо за просмотр. Всем добра!